Всем привет, ребятки! Сегодня мы потестируем дробовик, который буквально вчера, когда добавили недавно в игру, что-то нереально называется, он Benelli Super Black Eagle 3. И что вам, ребят, скажу сразу, сходу, я поиграл против чувачков, против проигроков, которые играют с этим дробовиком, и это нереальный имба, который надо нерфить. То есть я играл за штурмовика против этого дробовика, и он у него, то есть двух выстрелов, вот, допустим, я стал примерно на такой 10, чился этот дробовик, ребят, вот так, он убьет с двух выстрелов, чтобы вы понимали. Ну, то есть это нереальный имба, который надо фиксить 100%. Но как бы потестить на ИРМ надо, как бы свое мнение тоже составить, но я просто прекрасно понимаю, что это пушка в умелых руках, это ну нереальный нагиб. Типа единственный минус это то, что у него 4 патрона в магазине, это возможно проблема, но так как он заряжается, видите, по одному патрону, это не особо, так сказать, и проблема. Да, кстати, ребятки, обязательно проверьте кнопку подписки, потому что около 50% моих зрителей не подписаны на мой канал, хотя смотрят меня, то есть каждый ролик смотрит, но не подписаны, потому что сейчас... А такая тенденция пошла, что все смотрят ролики из рекомендаций, а не из подписок. Да, кстати, ребят, еще в Warface есть скины персонажа Миротворец. Его скоро в игре больше не станет. То есть вот сейчас вы по ссылочке в описании можете забрать скины персонажа. Он, кстати, дает плюс 60% к длительности рывка. Чисто на халяву переходите по ссылочке в описании, собирайте скины навсегда. Еще в придачу вам, то есть донат дропается по этой ссылке. Короче, лютая тема. К сожалению, эта тема скоро вся уйдет из игры. И скин Миротворец вы вообще никак, в принципе, получить не сможете. Все, ребята, оформляем врыв грамотно. Давайте, ребят. Ну как не попал, блин, а? Слушай, ну двоих сразу я нормально так шотнул. Блин, можно было третий убивать, но ничего страшного. Нет, дробовик этот, ребят, вот если попадать с него, это лютейший имба просто. Давайте сейчас попробую зиги сыграть. Мне почему-то кажется, что это, ну, прям вообще отрыв всего. Я ему дал фулку, офигеть. То есть, если я во второй раз попал, я бы его убил. Я еще, ребят, играю на 6-й лиге сейчас в соло. Вот кому там интересно. Слушай, не, ваншоты нереальны у этой снапы. Тут упор. Не, шоты нереальны, короче. Ну, я понял, это дробовик, то есть, по типу чапы в свое время. То есть, ваншоты, ну, нереальны. Ну, правда, это, ну, это смешно. Но, опять же, допустим, хант, наверное, в упоре будет получше. То есть, этого дробовика надо попадать. Реально, если ты не попадешь, наверное, будет плохо. Но у него огромный дамаг, то есть, ну, блин, ну, он просто имбовый. Тут даже обсуждать нечего, реально, парни. Ну, блин, опять просто, я криво стреляю, он все равно шотит неплохо, это бред полный. Так, сейчас попробую рынок. Вот, ребят, смотрите, я соломейником иду в рынок. Вот это неправильно, так никогда не делалось. Я просто делаю полную дичь, но, типа, я уверен просто в себе. Потом я сейчас ебану, нахуй просто. Блин, я в голову стека попал, господи, а. Ну, я, кстати, убил медика, поняли? То есть, мой мув был такой, плюс-минус не бесполезный. Но, опять же, пушить соло, ребят, рынок, если вы единственный медик, это полная тупость. Повезло, на самом деле, я очень криво пострелял, но повезло. Не, ну это не дробовик, это ужас просто. Что это за... Не-не-не. Ну, на Алодуса. Спасибо. Вот почему вот Алодуса делают так, чтобы Warface вообще не нужно было уметь играть. То есть ты просто берешь имбу, ты даже не целишься, да просто от бедра херачишь, и все. Ну что это? Ну я не хочу так играть. Ну зачем я что-то там стрельбу тренирую? Зачем, если я могу взять дробовик просто и маншотить все и вся просто? Как же меня это напрягает вообще. Но... Как бы, пока люди будут вкидывать бабки на новые дробовики, это никогда не закончится. На вещах, что ли, так, ласт кланте единицы был. Нормально, 15 на 6, пойдет. Блин, один хп еще у медика не ваншот дал. Надеюсь, он не разменяет меня, нет? Ну, бля, он здесь. Не, это не дробовик, это просто что-то. Это лютая тема, отвечаю просто. Я сейчас отвечаю, парни, вот они сейчас обязаны пойти двойку. Я просто буду молиться, чтобы они пошли двойку, чтобы я сделал нереальный халат. Я просто под хаешку ворвусь, и они мне ничего не сделают, смотрите. Двойка, пожалуйста. Да, двойка. Размен. Вот просто на секунду бы позже я вышел, типа, он бы взорвался, я бы уже продолжил свой этот маневр, но я поторопился. О, я жив, лол, я жив, ура! Да иди, ну, я попасть не могу.
Ну это не дробовик, это ну типа, это просто халява, отвечаю просто. Опять же, ребята, попадается блиц. Блиц, скорость без границ. И, на самом деле, карта нормальная. У них, кстати, ребят, три штурма. Вот три штурма против этого дробовика, это самое тупое, потому что этот дробовик просто штурмовиков в рот вынесет просто. Ваншот, ну типа, нормально, да? Найс, дробовик. Мне, ну, нравится, реально, очень нравится. Ну, дробовик классный, ребят, он не имбовый, он не имбовый. Вы чё, не, вы чё, с ним нужно уметь играть. Ну, то есть, чтобы понимали, что у штурмовиков сейчас самая толстая броня в игре. Я просто, ну, типа, я плюю на них, я просто харкаю на них. Понимаете, тут даже дело не в том, что я там, типа, проигрок и лучше них играю. Ну, вы посмотрите, ну, то есть, сам факт, штурм стоит на дали просто. Ну, посмотрите, вот, что, ну... Парни, ну сам факт, что это дробовик, он ебанутый, ну то есть, ну он ебнутый просто. Ну, вы видите, это. И тут не в том дело, что я нереально там мувюсь. Я просто бегу вперед. И он ваншотит просто. Ну вы видите это, пацаны, вы это видите. Очень горит, потому что я хочу, чтобы в игре хоть какой-то элемент скилла остался просто. Ну вот хотя бы что-то, ну блять. Ну ты берешь эту хуйню и такой. Господи. Сори, ребят, что я так ною. Просто вот реально, я очень люблю проект Warface. Ну, типа, прям вот. Мне нравится эта игра. Вот из всех игр мне прям вот она затягивает. Ну, бля. Какие же. Ну, понимаете, одно дело, что я думаю, да, а другое дело, что это, ну, проект огромный, который приносит просто миллиарды, думаю, рублей точно ежегодно, 100%. Поэтому, как-то так. Юлия Питерах, как думаете? Не, ну вы, пацаны, вы это видите? Я типа от бедра даже не целюсь. Не. 4x4, у моих тиммейтов 3, 5, 3, 0 киллов. Класс. Три выстрела просто. До свидания, штурмовик. Типа, проблема в том, что как бы... Класс штурмовик, он контрит снайпера. Ну, типа, сейчас, если ты отступник надеваешь. Но теперь медик просто контрит любой класс. Любой, абсолютно. Ну, тебе нет радок, никак. Штурмовик стоит в толстой броне по дальней стенке, я на него выкатываюсь в префай, ну, он умирает, все, ну, то есть, ладно. Эта казочка, кстати, обещает быть интересным, потому что я попался против фулл скобки, то есть, это, ну, должно быть реально потно. Блин, у меня фризануло, я должен был его убить, но просто реально фризануло. Хочу поджать короткую, главное, чтобы снайпер меня не чекнул, типа, вот справа. Ну вот, класс штурмовик, ребят. Я медик, ну типа, нормально, адекватно считаете это было? Типа, он должен был меня просто в салат уничтожать. А теперь, кстати, потеют, они даже на дом посадились. Это прям жестко. Ваншот. Я отказываюсь что-либо комментировать это, потому что бред, так не должно быть. Я просто в ноги стрельнул, просто в ноги. Ваншот. Не. О, сейчас чисто запушим мусорку, ребят, смотрите. Медаль ХЕ, прекрасно. Ну, если бы я с двух его убил, это был вообще я. Вилли Авик убил, ребят, просто. Ой-ой-ой. Сейчас ворвется, чекайте. Соло-медик, ребят, смотрите. Она, ну, типа, анализ. Чел играет соло-медиком, играет 3-6, то есть игра явно не идет, чел врывается в смог. Ладно. Я отказываюсь комментировать что-либо. Потом вы на меня наезжаете, типа... Чё я, блин, ну это учу кого-то играть, ребят? Да ладно, не буду учить, чё. Ну офигеть, шоты, конечно, нереальные. Ну блин, а, ну чуть-чуть, я не учел, что он может быть справа. Саешка, это коп. Я дал 70 ему, пацаны, я дал 70 с одного выстрела без двух. Нормально. Да, типа, вообще, типа, пофигу на плент. Не.
Ну вот они стоят, просто стоят. Вы видели этот ваншот, ребят? Вы просто, ну, у него было 100% хп, я стрельнул очень криво, но это дерьмо все равно шоты. Ну, я не знаю, ну что комментировать, чуваки? Ну это просто, ну... Ребят, давайте наберем косарь лайков до полуночи, я сниму на первой лиге 5 этих дробовиков против первых лиг. Потому что это, ну это вообще пиздец, просто меня реально очко горит очень сильно. А, да? То есть я убил штурмовика. Не-не-не, ну я не могу, ребят, меня так горит очковый, вы не представляете просто. И последняя карта будет, и сегодня это перки, ребят. Очень сильно я зол и расстроен, что такое в Warface вообще происходит. Игрок с бомбой убит. Бомба взята. Осторожно, граната! Офигеть, шоты. Пацаны, это не смешно, ну реально, это не смешно. Я сам в шоке, то есть я понимаю, что я, типа, очень криво стреляю. Я даже не стараюсь попасть прямо именно хорошо в корпус. Я просто стреляю на пофигу. Я не разыгран. Но то, что сейчас происходит в моем мониторе, я не понимаю, правда, чуваки. Ну, то есть, это не смешно, это бред. Это полный бред просто. Это фу. А, да? А, да? Ладно, ладно, окей. Нормально ваншотит. Че, не... Что мне, как комментировать? Я не понимаю. Надо немного это позитива добавить в мой ролик. Ребятки, дробовик реально очень классный, советую всем выбивать. Реально, ну, крутой, действительно, топ-1 на дробовик в игре, ребят. Выбивайте, реально классно, ребят. Лайк, подписочка, да. Фу, блин, смотри, что они делают. Чипы решили посадиться. Он меня шотнул, пацаны. Не-не-не, это вообще дело, не-не-не-не-не. Кстати, ребятки, если вы авторизуетесь по ссылочке в описании, то шанс того, что вам этот дробовик упадет, намного выше, поэтому авторизуйтесь по ссылочке в описании, крутите дробовичок! Не-не-не-не. Видели? Он мне дал 90. Нормально. Офигеть, я ему 90 дал с 2 выстрелов на километр, класс. Я сейчас попробую сделать полную дичь, короче, прям вообще конкретную дичь. Ну, надеюсь, это сработает. Я, короче, просто бегу, даю вот такой дым, просто вот такой смог. Они все, кстати, в рынке, дают такую хае от стенки. Ага, я зафидел хаешку, я понял. Ну, блин, жалко, у меня перезарядка была, убил бы третьего сейчас. Ну, ладно, так, 2 минуса дал, нормально. Все, его нокнули. Ребят, какой вердикт? Пожалуйста, не покупайте этот дробовик, не портите игру, потому что вот весь метод донат, который вводят пацаны. Ну, это не закончится, если вы будете крутить вот эти пушки всякие там. Ну, это не закончится, да, но они продолжат вводить такое дерьмище, которое просто будет все усугублять и усугублять положение просто игры. Пиши свое мнение по поводу дробовика в комментарии. У меня нет вообще желания с ним играть больше никогда в жизни. Я реально очень грустный. Давайте, ребят, всем пока.